для самых одаренных. В Караганде распахнула свои двери Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления. В Казахстане она стала 8-й по счету. На открытие учебного заведения приехал глава региона Бауыржан Абдишев, который несколько дней назад приступил к должности акима области. К слову, Бауыржан Абдишев приехал к умникам и умницам не с пустыми руками. Подарок от акимата – мультимедийный комплекс карагандинской сборки. Все подробности в следующем репортаже. Главе региона показали все, чем сегодня может похвастаться учебное заведение для элиты страны. Кабинеты, оснащенные мультимедийными экранами, ноутбуки на столе каждого ученика, микроскопы, технические приборы в кабинетах физики и химии, своя оранжерея из живых цветов, мягкие диваны в холлах и столики для игры в шахматы. Обучать интеллектуалов будут на трех языках – казахском, русском и английском. Открытие школы долго откладывали. Изначально власти обещали запустить президентский проект еще в октябре прошлого года. В итоге свои двери Назарбаев интеллектуальная школа распахнула лишь в январе, посреди учебного года. Однако учебному процессу это не помешает, утверждает директор школы Равиль Якупов. Мы детей всех познакомили, друг с другом познакомили, провели тренинги психологические, провели диагностику, посмотрели возможности детей и выработали сейчас наши преподаватели тактику, стратегию, как они будут вести занятия. Основной принцип обучения в нашей школе – это индивидуальный подход к каждому ученику. Учебное заведение рассчитано на 720 мест, но пока здесь обучаются 558 детей в 7, 8, 9 классах. Это самая одаренная молодежь. Чтобы попасть сюда, они прошли жесткий конкурсный отбор. Анель Бисимбаева доказала свои способности. Теперь девушка – ученица престижной школы. Записалась на китайский язык, потому что это один из мировых языков. Также записалась на шахматы, потому что это развивает логику. Также записалась на теннис и на волейбол. То есть у меня есть и спорт, и языки. Я пошла в эту школу, чтобы реализовать свои цели, достичь их. И в этой школе больше возможностей, и поэтому мы прошли эти два тура и получили град в Аркен. Строгий отбор прошли и преподаватели. В итоге набрано 72 первоклассных педагогов, среди которых есть и иностранцы. К слову, по замыслу Нурсултана Назарбаева, интеллектуальные школы должны стать самой настоящей кузницей кадров для всей системы государственного управления. Здесь созданы все условия и возможности для развития и реализации способностей. И может быть в будущем кто-то из вас в качестве молодых ученых прославит свою страну, а в 2017 году станет участником международной выставки «Экспо-2017». Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.